Кто у нас у штурвала первый капитан? У нас все первые. Вторых нет. Помощник капитана. На остров поплывем? Да, мостик навернулся на бочок. О, чего? Его никто и даже... Ну да, здесь уже опасно выходить. Проплываем между двумя островами. Будем заныривать. Блин. В середине озера. Со спасательным жилетом вообще красота. Можно спать на воде. Пока я до берега сама доберусь. Ну как я назад буду вылезать? Я не подумала, что я подтянуться не смогу. Ну что, капитаны, прибыли? Здесь можно записаться, кататься на досочках, на катамаране. Час такой поездки бесплатный. А радости-то сколько? На, повесь. Вот тоже. Вот на таких сапах можно покататься. Всем привет! Мы взяли в прокат лодочку такую, САП. Сейчас будем запытывать, как вообще на ней плавать, кататься. Техника безопасности, вот, чтобы я не удрала от лодки. Вон, короче, ловим баланс. Как мы его поймали, можем отчаливать. Даже все хорошо. Тут пляжик, слушай, классный, мне тут больше нравится. Я его спугнула, он был на берегу. Сейчас, может, вылезет. Вот, смотри. Он ее вот здесь, на этом пригорочке поймал. А я, видишь, пошла в воду резко и даже, ну как, не посмотрела. Чуть не наступила даже на него. Смотри, довольно крупный. Ну да. Остались только рожки да ножки. Все, проглотил. Нифига себе. Какой толстый стал сразу. Ну вот так лягушечку съел. Ой, какие хорошенькие. Какие такие терненькие. Ой, малышки.
Как цыплята, да? О боже, они ж только вылупившись, такие маленькие совсем. О, мама ругается. Приехали на озеро Чертовка. Здесь такие облагороженные дорожки из дерева. Всех привлекает озеро различными легендами. Одна из них, что здесь когда-то упал большой метеорит. Вот. И в образовавшейся воронке появилось озеро. Это же лягушки, да, эти головастики? Обалдеть! Их тут вообще миллион. Тусят-то. И вот перед нами на фоне красивого сельского пейзажа высится ослепительно белая Оглонская базилика. Ее две башни достигают почти 60 метров в высоту. Она из камня и построена в честь Вознесения Девы Марии. Оглонская базилика является одним из самых известных мест паломничества в мире. Здесь мы видим крестовые своды, арки, колонны, богато декорированные в стиле рококо. Отмечая 200-летний юбилей Оглонской базилики в 1980 году, Папа Римский Иоанн Павел II присвоил ей титул «Маленькой базилики», и такой титул в Латвии только у Оглонской базилики. Алтарная икона Оглонская чудотворная Богородица 17 века славится своими чудотворными исцеляющими силами. Каждый год 15 августа в Оглону приходят паломники, чтобы отметить День Вознесения Девы Марии.